Сейчас будем рыбу жарить. Здесь. Вот, разогреваем, костерчик делаем. И будем жарить шипуру. Снегрида, морская рыба. Сейчас будем жарить его вот здесь на костре барбекю. Вот. Святой Афон, 2021 год. Находимся в келье святого Модеста Иерусалимского. Вот с Харалампом мы сейчас будем жарить на костре вот эту рыбу, которая называется свегрида. После где тут псаря кто? Синагрида. Синагрида. Вот это рыба синагрида. Вот смотрите, как его Хараламп делает, мажет маслом. Вот этим маслом. Видите? Постоянно надо его мазать. Это вот греческий рецепт. Морская рыба очень дорогая. 40 евро стоит килограмм. И вот специально жарить. Надо его с этим маслом. Потом определять, когда мы узнаем, что он готов. Через 40 минут будет готово. С момента, когда ставим его на огонь, через 40 минут он готов. Глаза должны быть белые, да, у него, у рыбы? Вот, да, да. Вот вам и секретик. С праздником вас, с 9 мая, наши дорогие друзья. Друзья, это сообщение идет к вам, к родным. Кто дома сейчас? Семья, нашим семьям, короче. Вот так мы сейчас празднуем.